Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S22 Plus изменить настройки даты и времени. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Общие настройки», «Дата и время». Чтобы изменить настройки даты и времени вручную, в первую очередь выключаем функцию автоопределения времени. Здесь можем установить дату, здесь можем установить время. Также можем изменить часовой пояс, выключив функцию «Автоматический часовой пояс». Здесь выбираем наш часовой пояс и можем изменить часовой формат с 24-часового на 12-часовой. Такие дела. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.